Как вы думаете, понимал ли Никита Сергеевич Хрущев, какую мину замедленного действия он закладывает при передаче Крыма из РСФСР в УССР? А никакой мины никто не закладывал, потому что если бы не нарушилось развитие Советского Союза, так сказать, реформирование, которое в 64-м году достигло, так сказать, той стадии, когда хотели уже отдавать власть директорам, уменьшили роль партии, новая была конституция, то Советский Союз до сих пор бы существовал, и никаких таких бы проблем не было. Я в это верю.